46 глава книги пророка Исаии. «Пал вил, низвергся небо, и стуканы их на скоте и вьючных животных. Ваша ноша сделалась бременем для усталых животных. Низверглись, пали вместе, не могли защитить носивших, и сами пошли в плен. Послушайте меня, дом Яковлев, и весь остаток дома Израилева, принятые мною от чрева, носимые мною от утробы матери. И до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас. Кому уподобите меня? И с кем сравните? И с кем сличите, чтобы мы были сходны? Высыпают золото из кошелька, и весят серебро на весах, и нанимают серебряника, чтобы он сделал из него Бога. Кланяются ему и повергаются перед ним, поднимают его на плечи, несут его и ставят его на свое место. Он стоит, с места своего не двигается, кричат к нему, он не отвечает, не спасает от беды. Вспомните это и покажите себя мужами. Примите это, отступники, к сердцу. Вспомните прежде бывшее от начала века, ибо я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю. Я воззвал орла от востока, из дальней страны исполнителя определения моего. Я сказал и приведу это в исполнение, предначертал и сделаю. Послушайте меня, жестокие сердцем, далекие от правды. Я приблизил правду мою, она недалеко, и спасение мое не замедлит, и дам Сиону спасение, Израилю славу мою».